Здорово, народ, вы на канале Арти, и я наконец-то дождался. Вышла демо-версия Outriders в Steam. Она у меня очень давно добавлена в списки желаемого. Я пипец как хочу посмотреть эту игру. Это эдакая смесь... Ой, как громко! Это эдакая смесь... наверное, какой-нибудь Division. Ну и в общем, лутер-шутер вроде бы как. Поэтому погнали, посмотрим. Сегодня нас ждет победа. Новариум сражается за нас. Square Enix представляет. Сколько пафоса-то. Анамалия что-то там. Но вышло иначе. Теперь каждый из нас. И первопроходец. Only we can lead them Только to мы future. Сможем отвести их в будущее. Whatever we were before, Неважно, кем мы были. We're something new now. Мы стали чем-то новым. We were given a second life. We can't waste it. Нам что-то там даровано, проживем ее достойно. Outriders. Блин, я ее очень давно ждал. Так, ну тут мы можем теперь выбрать телосложение, я так понимаю. Женского персонажа, мужского. Давай мужского, мужского. Надо, конечно, меня делать. Слушай, ну брутально все выглядит, конечно, прям жесть. Так, цвет глаз. Как у меня... Так, да. Ага. Во всех играх делаю себя, не знаю зачем. Дуралей, наверное. Так. У меня шрамов нету. Давайте сделаем вот так вот, чутка побрутальней. Пирсинг. Блин, у меня когда-то было ухо проколото. Я думаю, это не особо важно. Давай вот такого сделаем. И почапали. Ага. Рафаэль. Какой Рафаэль, алло? Так, Рафаэль, блин. Да, это демка. После демки, насколько я знаю, прогресс можно будет перенести. Вот, поэтому забавно выжить любой ценой. Короче, погнали. Ля, ну это я, ну это прям я. Уровень мира 1, выберите эпизод. Ля. Короче, это лутер-шутер. Мне кажется, то, что он будет напоминать нам какой-нибудь Remnant, наверное. Ну, короче, сейчас посмотрим. Не знаю, я ее жду давно. По крайней мере, трейлеры меня очень сильно заинтересовали в этой игре. Поэтому, блин, будет интересно, я думаю. Ваше первое задание — отыскать зонды с Флорас. Они должны были передать телеметрические данные с поверхности планеты. Найдите аппараты и извлеките данные с накопителей. Легчайшая миссия для величайшего, как вы понимаете. Земля погибла. Мы уничтожили ее. Мы построили 2 космических корабля, чтобы отправиться к звездам. Но остался только один корабль. Выжили только мы. После космического путешествия длиной 80 лет мы наконец-то здесь. Планета Енох. Последний шанс человечества. Я прям чувствую, как будет эпично в этой игре на самом-то деле. Стоит она 2000 рубасов в Стиме. Не знаю, много это или мало для нее. Но пока что выглядит все крайне вкусно. Выходит она 1 марта, что ли.
А ты шо, ля какой, на Нострому похож. А, не, не похож. Я думал, сейчас ксеноморфы там и бла-бла. Капсула 1, говорит Флорес. Разрешаю спуск на поверхность. Слушаю, капсула 1. Отключаюсь. Запуск вспомогательных турбин. Бля, сколько капсул, нифига себе. 20 секунд до входа в атмосферу. Ускоряйтесь и разворачивайтесь. Первичное зажигание. На 30%. Поворачиваю. Поворот завершен. 20 тысяч футов, снижение. Капсула 1, у нас помехи. Переключитесь на усиленную антенну. Подтвердите прием сигнала. Порядок, капсула 1. Приземляйтесь. Легкая, мягонькая посадка. Двигатель отключен. Мы приземлились. А, так эта капсула огромная. Посмотри, какая. По сравнению с людьми. Прикинь, сколько там людей в том корабле было большом. Тут почти как дома. Это меня и пугает. Ну, босс, порядок? А грузовик? Ля, какой грузовик. Ля, каких два грузовика. Снайперов на третью и на шестую линию обороны. На установку командного пункта даю час. Бегом! Готман, сюда! Ты знаешь, чем мы рискуем. Флорес уже наполовину разобрали. Двигатель будет питать город на 500 000 жителей. Если у первопроходцев что-то получится, сразу докладывай мне. Сэр, я просто слежу за порядком проведения операции. Здесь не земля, Шира. Здесь нет никакого порядка. Внимание, первопроходцы! Я знаю, о чем вы думаете. Назад пути нет. И никто не знает, что нас ждет впереди. Но заковские головастики не одобрят посадку, пока мы не найдем их зонды. Так что за работу! Ну, пока полным-полно эпика. Вообще, чисто теоретически, демо-версия должна продать эту игру всем. Поэтому я предполагаю, я не знаю, сколько времени займет демо-версия, но, скорее всего, самые эпичные моменты будут именно здесь, на самом деле. Лёг, какой красавец. Я скажу на разведку. Хочу немного размяться. Я пойду вперед. Чтоб тебя не съели в первый же день. Да успокойся. Это вообще не обидно. Если бы не ты, меня бы тут не было. Хм. Ладно. Идем. Какая графика. Бля, уже игра. Выглядит очень сочно. Давайте я сделаю вот так вот. Выглядит игра пока что мега сочно. Какой воздух, этап. А? Не пойму, как можно дышать чем-то без запаха сгоревшего карбюратора? Мне нравился воздух на земле. Ля. Поверь, свежему тоже быстро привыкнешь. Просто мы не должны были быть здесь. Чувство вины. Думаешь, хоть кто-то его тут не испытывает? Я не об этом. Если бы двигатель каравелла не взорвался и не убил бы настоящих первопроходцев, здесь точно не было бы жалкой кучки. Может, мне без этой стримить? Я нанял тебя, ну, типа, за напор и настойчивость. Ой, стримить, говорю, записывать. Ну, типа, создал себя, а почему я должен быть в кепке, правильно? Радар, говорит, поможет вам. Блин, красиво-то как. Разобьем лагерь. Так, поставь маячок. Пусть знают, что тут безопасно. Хорошо, как?
Отметьте место на... Да, пойдем, пойдем. Что тут делаешь? Но он вроде бы не агрессивный. Я могу, даже бегать не могу. Е, интерактив объект, давай. Уже деревья валят. Радберт, Скарстед, на вас периметр. Укрепления должны быть готовы через час. Якуб, осмотрите лагерь. Давай Утман, смотрим лагерь, нихера себе. Заводи свой сканер и ищи уже эти чертовы зонды. Эй ты, подойди. В смысле и ты? Меня что, не знает мое имя? Эй. Не знаю, что там творится. Хочу перестраховаться и отправить лучшего бойца. Справишься? Просто скажи, что нужно делать. Из наших пушек 100 лет не стреляли. Иди к Якубу и проверь снаряжение. Приготовься выходить, как только обнаружим зонды. Вопросы есть? Земли по-прежнему ничего. Ее правда нет? Мы потеряли связь где-то 65 лет назад. Как и предсказывали. Зак подтвердил, что с тех пор тишина. Черт. Знаешь, я рос в нищете. Голодал. И потерял всех еще задолго до конца. Апокалипсис меня не беспокоил. Я и не рассчитывал дожить до 20. И все же я оттуда выбрался. Но не знаю, что мне делать здесь. Прощаться с прошлым, если все пойдет по плану. Это новая жизнь. Ты можешь завести семью, построить дом, потолстеть и постареть. Это буду не я. Я с пушками на ты, а не с детьми. Здесь не нужны такие. Такие, как ты, раньше нет. Но ты в числе избранных. Не упусти свой шанс измениться. О, система диалога. Поищу стрельбище Якуба. Ладно. А, нет. Мы ждем ответа о зондах. Будь наготове. Блин, думал, система диалогов будет еще что-то. Новая запись в дневнике. Вооружение технических характеристик корабля Флорес. Джей подтвердит... Ага, Джей журнал. Понял. Чарльз Максвелл. Сержант-майор. Капитан первопроходцев Джек Таннер. Понял. История, культура, персонажи. Слушайте, ну лор здесь уже намечается нехилый такой. Земля, родная планета. Полет. Ага. Ага, ага. Много всего, короче. Но выглядит пока что все нормально. Так, погнали. Куда нам? Надо проверить оружие. Я могу теперь шифтить наконец-то. Уф. Якуб. Блин, одни заставки в игре. О чем думаешь, босс? Вот знаю я этот взгляд. Да нет, смотри, да. Я хочу попрактиковаться. Пора проверить снаряжение. Ты что, потренироваться хочешь? Ну, за дело? Конечно, хочу, ё-моё. Так. Что у нас тут? Спейси. Ага. Симпатичненько. Да, новенькая. И сразу тебе в руки, босс. Ой-ой-ой, пролаг какой-то был. Все, больше нет пролага. Ну, а в танк попадешь? А чем стрелять-то в танк? Супер! Хватку не теряешь. Первый раз такую тренировку вижу, если честно. Выглядит интересно. Давай, попробуй, а? Switch to your... Ага. Ага. О, два пистолета, ля, брутально. Черт! Спустя 80 лет даже лучше целишься. Система стрельбы... Это как
велосипедом. Напоминает какой-нибудь Division или Remnant, наверное. Мне кажется, она будет очень похожа на Remnant, просто в другом сеттинге. У Remnant она и цепляла сеттингом вообще-то людей. А здесь пока непонятно, что будет. И зарядка долгая, кстати. Division очень напоминает Division. Завершите проверку оружия. Ну все, хватит выделываться. Согласен. Я хочу нормальные цели. Да, да, выглядит эпичненько. Получается. Первопроходец, поговори с этой из ЗАГ. Спроси, нашла она что-нибудь? Окей. Пойдем поговорим с ЗАГ. Не, пока мне все нравится. Пока мне все нравится. С этой, говорит ЗАГ. Боже мой. Дух захватывает. Видел бы ты это, папа. Эй. Ты Шира, да? Прости. Как тебе этот вид? Красота. Да. Был бы интернет, могли бы выложить. Это для науки. И, кстати, интернет мы тут проведем в ближайшие 6 месяцев. Нифига себе. У нас есть копия всех данных. Да я просто прикалываюсь, Шира. Как успехи с зондом? Пока сканируем. Не знаю, что делать, ведь... Сигналы зонда просто исчезли. Да. На чем сошлись? На том, что это было вмешательство? Да, из космоса, но не отсюда. Ну, кажется, данные были верны. Мы же дышим. Да, но ЗАГ не сможет отправить сюда еще 500 000 человек, пока мы не получим данные зонда. А что будет, если мы их не получим? Спроси, чего полегче. Эй, а он должен так мигать? Оу, это зонд. Ясно, работники, Дана. Блин. Кажись, есть сигнал, он близко. Отлично, первопроходец. Найди эту хрень и посадим нашу крошку. Принято. О, исторический момент. Это надо заснять. Чё, это тоже для науки, да? Ясно, типичные тиктокеры на первопроходцах. Так, погнали, нам зонт надо искать, да, я так понимаю. Йо, потащил. Новая запись в дневнике, Шира Гун. Ну это понятно. Можешь ли ты представить, каким будет мир через несколько месяцев или лет? Новая цивилизация, второй шанс. Один из инженеров ЗАГ и один из важнейших членов экипажа. Понятно. Да, они обоснули, прям новую планету мы колонизируем. Блин, нет, не могу без кепки, вообще ужас. Как не в своей тарелке. Надо. Было движение на 9 часов. Что-то крупное. Бойцы на позиции. Защищать периметр. Не стрелять, пока не разберемся. Понял, принял. Только почему я один иду? Ладно, я же лучший. Лучший из лучших. Пока... Я вижу... Какую-то гиеновидную корову? Да, я тоже это вижу. Ля, их целое как много. Мы точно знаем, что вся фауна тут вегетарианцы. Травоядные. Мы говорим травоядные. Плевать. По мне они жутко уродливые. Нет, они поразительные. Наверняка их можно одомашнить и разводить. А, стейк из него вышел бы роскошный. Так, ну стрелять мне пока не дают, поэтому защищаться я пока не смогу. Ну пока эпичненько, эпичненько, вон там гроза, ля какая. Прикольно, интересно, карта большая? Карты у меня нету, кстати. Ноги мокрые стали? Нет, все. Качество проработки такое себе. Ну пока выглядит красиво, конечно. Это подобие коровы устроилось прямо на моем пути. Может, сможешь достать образец ДНК? У нас сейчас другая задача в приоритете, но я попробую, если не спугну. Как же я... Ага. Все, система передвижения как в Division, один в один. Просто один в один. Ты прячешься, ты выбираешь место, вон появляется Space, и ты бежишь, просто нажимая Space. Нет,
убежала. Но задание выполнено. Прекрасно. Кажется, я слышу гром. Что-то это не похоже на гром вообще ни разу. Так, я вижу зонт. Прятаться тут негде. Данер, зонт здесь. Приземление было жестким, но данные вроде целы. Принято. Я сообщу в штаб. Хорошая работа. Минуточку. Танер, я поймала второй сигнал, но с ним что-то не так. Что? Амплитуда колеблется. А она должна быть стабильной. Что-то произошло. Первопроходец Альфа-штабу. Отложите начало операции. Нужно изучить еще один зонд. Нет, Альфа, задача выполнена. Черт. Максвелл, слушай меня. Мы не имеем права на ошибку. Не имеем. Дай нам время. Чтобы орбитальный интервал закрылся? Есть данные, мы садимся. Хотите искать, ищите, но без меня. Отбой. Первопроходцы, встречаемся у конвоя. Пора найти зонд. Все, я только за. Пойти, блин, а конвой в другой стороне, что ли? Пойдем. Почему я бегать не могу? Shift. Спасибо, игра. Новая запись в дневнике Долина. Давай посмотрим. Основание колонии. Варианты местоположения. Отчет ЗАК. Попытки найти подходящее место для посадки по-прежнему ни к чему не привели в верхних слоях атмосферы. Слишком много помех. Теперь выбирать место для основания колонии должен быть десант первопроходцев. На снимках с орбиты видна широкая, скорее всего, плодородная долина. Горы и густой лес, окружающая долина, послужит как источник. Ну, понятно, короче. Понятно, короче. Интересно, это все доступно в демо или нет? Так. Вернитесь к Таннеру. Пойдем вернемся к Таннеру. Работает очень плавно. Где конвой-то? Эй, Кадберт, новости есть? Вместо сигнала сплошные помехи, но я отследила источник. Там. Ну что, не забыли галоши? Яков, планета другая, говнище все тоже. Очевистие. Эта музычка эпичная, бля. Электроника сдохла. Грузовики встали. Дальше пешком. Ну, естественно, пешком. На неизвестной планете, солдат, неизведанной. Твоя главная задача, Шира. Ясно? Будьте начеку. Вперед! Подставлять лицо под дождь на неизвестной планете такое себе. Что такое? Под ноги смотрите. Ага, он вдохнул, да, эту херню? Как, слюной, что ли, подавился? Как Прометей или что-нибудь. Порядок, я в норме. Боже, ведите его на корабль! Скажите медикам! Что происходит? Эй, назад! Нельзя по протоколу на корабль, он же может заразить всех. Вот какой черт. Корабль? Они Прометей не смотрели вообще. Уф, там что-то мигает. Таннер, я нашел зонд. Ого. Вижу движение. Проверю. И разделились тоже. Что это? Что за разработчики? Они вообще не смотрели. Все каноны нарушили просто. Все каноны. Штаб ЗАК,
Мы столкнулись с потенциальной биологической угрозой. Что? Запрашиваю карантинные меры на базе. Но хоть Чёрт, карантинные Таннер, меры. Я же сказал вам, болванам, никуда не ходить. Я лично отвечаю за посадку, и вы не имеете права нарушать. Максвелл! Сука. Отряд 2, оставайтесь на месте. Мы к вам идем. Нужен медотсек. Времени у нас не будет. Так, тихо. Травоядные? Не похоже на травоядные. Эй, босс, ты где? Иду к тому зонду. Как Скарстед? Выглядит паршиво. Есть идеи, что это за черная дрянь? Может, сапрофит или мицелий? Мне нужны образцы. Она меня преследует, она меня куда-то ведет. Короче, очень похоже на Gears 5. Играется так же плавненько, как Gears 5. Но система укрытия, как в Division 2. Блин, ну пока мне нравится, конечно. Но опять-таки не забываем, что это демо-версия, которая, ну, создана, чтобы продать нам эту игру. А стоит она немало. Ни много, ни мало, так сказать. Блин, вот эта поляна, но это тоже канон. Сейчас будет какой-то замес. Не похоже на травоядное что-то. Ты шо? Control Dodge. Ага, доджить можно. Ну чё, хочешь поиграть? Давай поиграем. Я готов, давай поиграем. Ай, блин, да я же отошел. Таннер, на меня напала эта корова. Взбесилась на ровном месте. Пришлось пристрелить. Осторожней. Я тебя понял. Шевели жопу, ищи этот зонд. Да я ищу уже. Что это такое? Е, чтобы вскарабкаться. Там же целое стадо коров было. Господи, они сделали заставку, как я залазил на скалу. Это что, загрузка такая? Таннер, зонд тут. Отлично. Бери диски и сваливай оттуда. Эй, погоди-ка. Он ретранслирует. Таннер. Сигнал исходит не от зонда. Он извне зоны поиска. От кого-то еще на планете. Это невозможно. Здесь только мы. Забирай жесткий диск, разберемся с сигналом на базе. Принято. Только мы. А! Черт! Он под напряжением, Таннер. Скажи частоту. Что за... несущая частота. 9.7. Точка. Таннер, меня слышно? О, черт. Таннер! Таннер! Тут что-то очень странное происходит. Твою ж мать! Ох, ёпта мать! Это жесть! Побежали отсюда. Бежим, парни. Тут какая-то херня. Назад! Назад! Конвой! Быстро убирайтесь из леса! Говорит Таннер. Вот красный. Отложите посадку. Повторяю, отложите посадку. Максвелл! Ты слышишь? Да, они уже сели стопудово. Беги! Беги! Скорее! Лёя расщепила прям. Да отпускай её уже, половины нету. Помоги
Давай, давай! Давай! Курва! Курва! Возможно, заражение. Подготовить карантин на базе. Как поняли? Черт! Максвелл, ты что творишь? А ты как думаешь? Сержант-майор, сэр, нужно вести карантин. Нельзя садиться. Отчеты об этой планете оказались неверными. Здесь какая-то аномалия. Сядем сейчас, все погибнут. Мы не отложим посадку, теперь уже нет. У нас нет выбора. Даннер, нужна помощь! Нам нужен врач. Позовите! Срочно! Нет, стоп! Они заражены. Изолировать их. Это приказ. Какой же ты урод. Посмотрите, у нас тут куча людей, которым очень нужен врач. Шевелите задницами, поступите правильно, или я... Нет! Изолировать. Ну я знал, что он врач, конечно, еще то. А тела сожгите. По нему видно. Сейчас нам еще придется этих, да, разложить, короче, чтобы спастись. Максвелл совсем рехнулся! Прячься! Я помогу раненым! Задержите их! Парни, мы же друзья! Я займусь Максвеллом! Есть! Первопроходцы назад! Это приказ! Ага, сейчас. Как только ты отзовешь своих отморозков. Сержант-майор, колонизация под угрозой. Ты что, необходимо предупредить Флорес. Вы взбудоражили эту дрянь. Вы вот поставили всю миссию под угрозу. Запасная винтовка Таннера. Так, что тут еще есть? Еще что-то нужно? Открыть свой инвентарь. Погнали, так. Ну да, вы используете свой инвентарь, чтобы экипировать что-то. Да, попробуем запасную винтовку Таннера экипировать. Может быть, она какая-то мощная. Мне не нравится то, что на кьюшку нужно переключаться. Крайне неудобно. О, хорош, она мощная. Там еще один. Выходи. Прячется. Зачем? Понимаю, зачем. Как первопроходцы все разрушим. Убьем его. Подожди. Только Максвелл может отложить посадку. Тебе нужно его убедить. Убедить? Он застрелил этого. Таннер или как там его? Короче, стрельба и система укрытия один в один как Division. С этим, ну, к слову, очень похож на Anthem. Которые отменили, да, нынче. Главное, чтобы она не превратилась во второй Anthem. Если она займет место Division, то есть это еще ладно. Ну и то, как она может занять место Division? Они сзади? Анимация немножко тупорная. Вот особенно сейчас игра не предусматривала то, что я буду спрыгивать. И выглядело это, конечно, очень тупорно. То есть они в демке пытаются показать, смотрите, как у нас все красиво, богато, дорого. Типа игра стоит своих 2000. Блин, есть мили-атака даже. И где ты? Где он прячется? Я тебя вижу. Убить предателей, не дать им подойти!
Ага, да, ну и, собственно, боссы. Боссы как в Division. Миллион патрон нужно выпустить в него. Потому что это необычный моб. При этом он ничем, ну, особо не будет отличаться, скорее всего, кроме каких-нибудь особых атак. Мне нравятся анимации стрельбы. Очень приятно. Что, завис там? Подожди, я главного же убил, получается, да? Задание буря. Поступи правильно! Отзови их! Живо, живо откладывай посадку! Поздно! Эй, ты и ты! Помогите с ранеными! Отведем их к врачам! Помогите! Я тут горю, как бы. Шира, ты чё? Эй, шевелитесь! Ваше первое задание — отыскать зон, что-то, блин, не успел прочитать. Сейчас. Так, еще чуть-чуть. Все обойдется. Это твоя проблема. Так, сюда. Все, что сказано. Что ты делаешь? Замораживаю тебя обратно, пока тобой не займутся врачи. Не будь дурой, мне не выжить. Подбадривать я не мастер. Да она что, кинула только что? Ну, как... На самом деле, я так и предполагал. То, что будет миллион заставок. Когда пришел конец всему? Когда люди покинули Землю? Когда первый космический корабль разлетелся на куски? Когда твои товарищи-первопроходцы рассыпались в пыль? Когда удалось увидеть свою смерть? Но Енох не закончил с тобой, первопроходец. Как я говорю, всегда можно все исправить. Из какого года? Года. Какого года? Что? Твоя капсула. Где аппараты связи? Идем, док. Они идут, уходим. Мы что, их бросим? Это первопроход. Мы здесь не за этим. Прости. Еще прошло, наверное, фиг знает сколько лет. Да, yeah, fuck you. Они там, наверное, всю планету уже обытывали, да? Что? Обжили. Что? Стоять на месте! Капитан! Смотри, кто тут у нас! Первопроходец. Думал, вас не осталось. Чего? А ты подойди и проверь! Аномалия идет. Посмотрим, быстро ли ты бегаешь. В ничейной земле. С остальными. Ничейные земли. Внимание! Ну же, шевелитесь! Будет буря! Живей! Где? Где я? Захлопни пасть! Да. Эй, солдат! Ты тоже из ЗАГ, да? В ничейных землях давай держаться вместе, чтобы выжить. Выжить что? Иначе эта буря нас поджарит! Эй, вы двое! Сказал же, заткнитесь! Не хочу держаться с ним вместе, я ему не доверяю, как минимум. Назад, назад! Я здесь прям войнище. Что происходит? У них Алюм, в нашем конец! Быстро вали отсюда! Куда? Там буря! Думаешь, Алюму есть дело до бури?
Твою мать! Давай сзади! Через карт! Не получится! Давай бросим их и спрячемся! И лишим капитана удовольствия? Ты совсем охренеть? Я не вижу! Я не вижу! Зачем? Он ведь был ранен! Не будет мучиться! Так лучше! Вперед! 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 Сколько? Сколько она идет? Что? Это война! Сколько идет? Не знаю! Началась до моего рождения! Это нахрен невозможно! Эй! Откройте ворота! Живее! Жесть, уже почти на месте. Сколько лет прошло, получается? Куда ты нас везешь? Я не дал. Что с тобой такое? Только искрё сна, что ли? Искрё. Я только... Да, я тебя быстро просвещу. Первопроходцы обещали нам рай. И что мы получили? Сраные инопланетные бури! Ни укрытий, ни еды. Нас просто бросили умирать. А твои дружки из ЗАГ торчат в своем бункере. Брехня! Было не так! Электроника отказала! Мы могли бросить вас гнить в капсулах, но нет! Мы спасли тебя, сукин ты! Оу! Я кому сказал захлопнуть пасть? Поехали! Советую зажать нос! Ну, короче, здесь полная трешня. Добро пожаловать в Долину Смерти! Какая жесть! Как будто в безумном Максе. Ну рехнулись люди! Это просто какой-то долбанный ад, нахер! О, еще какой! Вперед, в нечаянные земли! Вообще похоже на безумного Макса, как будто бы. Какая-то трешня, но в итоге в мире. Не знаю. Такого я точно не ожидал. Сука! О, они в бункере. Твою же мать. Серьезно? Все, прошел игру? Это дичь. Выберите свой путь. Ага, ля какие есть. Техноман, дальний бой, поддержка гаджеты. Пироман, средняя дистанция, заклинатель пламя. Ближний трикстер, ближний бой, атаки наскоком, пространство, время. Разрушитель, ближний бой, громила, живой щит. Блин, смотри, разные классы есть. Дальний бой. Ну, мне, конечно, я бы дальний бой выбрал, но выберу ближний бой. Вы сможете искривлять пространство и время, неожиданно выскакивая за спиной противника, нанося и удары, тут же исчезая. У трикстера пополняется запас здоровья и частично восстанавливает щит, когда он убивает противника в ближнем бою. Прикольно. Манипулируя аномалией, вы можете заставлять двигаться постройки и подчинять их своей воле, чтобы оказать помощь союзникам и уничтожать противников издалека. У техноманта пополняется запас здоровья, когда он наносит урон противникам. Вы сможете испепелять целые отряды и заживлять свои раны, сжигая противников в огненном вихре. У пироманта пополняется здоровье, когда он убивает противников, которых поставили метку с помощью своих навыков. Блин, прикольно. Вы встаете на острие атаки, прикрывая союзников. Земля будет сотрясаться от вашей поступи, а враги дрожать от страха. У разрушителей пополняется запас здоровья, когда он убивает противников. Блин, прикольно. Да я бы, конечно, трикстера бы выбрал. Ну, мне нравится. Ближний бой, типа, в такой игре, это вообще прикольно. Наверное, малоэффективно, но прикольно, как минимум. Угу.
То есть его это никак не удивило, да, то, что его насквозь пробило. И тут же пушечка подвернулась. Вперед, первопоходцы, добро пожаловать в демоверсию Outrider. Здесь вы исследуете первую из множества областей игры, начав все эпическое путешествие по Еноху. Вы сможете достичь 7 уровня персонажа и 5 уровня мира. Вы также сможете одновременно хранить себе максимум следующих ресурсов. Демо-версия не ограничена по времени, так что торгуйте. Завершите все 4 дополнительных задания и откройте все записи в журнале. Пройдя пролог в дальнейшем с новыми персонажами, вы сможете его пропускать. Ага, это хорошо. Попробуйте пройти игру каждым из 4 уникальных классов Outriders. Слушайте, ну выглядит, конечно, бомбезно. Мы, наверное, сейчас на этом закончим. Новая запись, Чарльз Миксвелл. Чарльз Миксвелл это этот, ага. Мы не на земле Шира, здесь нет протоколов. Ну только его уже нету, этого. Мы же его приговорили. Ничейная земля, Райнер. Блин, опять новая запись на Нике. Ничейная земля это непригодная для жизни зона между траншеями противоборствующих сторон, результат позиционной бесконечной войны. Это полоса земли, изрезанная следами бронемашин и бомбардировок, спахиваемые жизни. Ну короче, понятно, понятно, ничейная земля, все понял, ну ничья. Уф, есть обилочки, мы нашли сразу пушку. У нас есть 2 ржавых пистолета, пересеките поле боя. Угу. То есть я трикстер, у меня есть вопрос. У меня есть вопрос. Это кооперативная игра. Я увижу кого-нибудь. Кого-нибудь вообще из других игроков в этой мне игре. Нужно на другую сторону. Или... Не знаю, что тут у них. Но мне тут делать нечего. Что за. А, черт. Выглядит красиво. О! Просто это если. Я сделал? Как? Что со мной такое? Ой-ой-ой. Шо? Я только пистолет увидел. Сам себя в запале. Это забавно. Они хотя бы урон получают сами от своих же ракет. Гранат. Ты чё, парни, я свой. Стрельба очень приятная в игре. Графика, точнее, анимация немножко дубовая, конечно. Анимация прям дубовенькая. Не вижу, откуда он стреляет. Вижу метку, но не вижу чувака. Стреляем как в Division, не наобум. Первого уровня вообще урон не будут наносить, я так понимаю. О, делся. Мне вот это интересно, это что такое? Ага, боезапасы. Здесь все что-то размылено как-то. Ну я так и понял. Я так и знал. Меня должны были познакомить со снайперской винтовкой. Как ее взять-то? Ага. Они бегут от меня? Ладно. Конечно, бегут. Даже приятно. Короче, стрельба в игре крайне приятная, графика прикольная, анимация дубовая. Возможно, это потому что демоверсия. Возможно, потому что это демоверсия. Просто если они здесь сделают рано или поздно PvP какой-нибудь, и вообще взаимодействие кооперативное не только со своими друзьями, что такое? То это может быть, конечно, стать вторым дивизионом, я думаю. Что такое? Нормально она зависла. Ну, я думаю, это в тему, на самом деле, вот эта зависшая игра. Я так и хотел приблизительно. Это 50 минут, это очень долго. Короче, вроде бы как игру показал всю, которую планировал. Поэтому я надеюсь, вам понравилось.
как бы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если в дальнейшем хотите в целом увидеть Outriders на моем канале, я ее все-таки планирую, скорее всего, купить. Поэтому всем спасибо за просмотр, жду от вас комментариев.